Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении начальника отдела эксплуатации при Сибирском отделении Российской Академии Наук. Подозреваемый на встрече в служебном кабинете одной фирмы получил от ее директора часть ранее оговоренной взятки в размере 400 тысяч рублей. Вся сумма взятки должна была составить 1,5 миллиона рублей. За эту сумму чиновник должен был помочь в подписании актов, чтобы произошло беспрепятственное принятие выполненных фирмой работ по капремонту гостиницы Российской Академии Наук.